Ален, у меня есть отличная идея для открытия своего небольшого дела. Угу, серьезно? Слушай, классно. А с какой сферой оно связано? Ну, это что-то вроде онлайн-помощи для студентов. Вот только я не знаю, что из этого получится. Идея-то хорошая, но чтобы ее реализовать, нужно столько средств. Ты имеешь в виду денег, да? Ну да. Бухгалтерия, сотрудники, менеджер по подбору персонала. Стоп. Мне кажется, я могу тебе в этом помочь. А на самом деле, если твоя идея действительно классная, то на всем остальном вполне можно сэкономить. Да, это как интересно. С помощью специальных сервисов для начинающих стартаперов. А подробнее смотрите в нашей постоянной рубрике «Найдено в сети». Если у вас есть гениальная бизнес-идея, которая принесет вам успех и признание, то наверняка средств на ее реализацию у вас совсем немного, а может и вообще нет. Мы не можем помочь вам с деньгами, зато можем рассказать о способах экономии средств при запуске собственного онлайн или офлайн проекта. Если вы начинаете с нуля, то в первую очередь вам понадобятся советы и оценка более опытных коллег. И для этого не обязательно проходить платный бизнес-курс. Зарегистрируйтесь на spark.ru – технологической тусовке стартапов. Здесь тусуется множество новичков, представляющих самые разные бизнес-идеи. А в разделе «Лента» регулярно появляются новости о провалах и удачных решениях стартаперов. Так что вы можете черпать на этом сервисе идеи для своего проекта и учиться на чужих ошибках. Если вам нужна помощь профессионалов, на сайте работает раздел «Услуги». В нем за небольшие деньги можно найти специалистов в тех отраслях, где вы не очень сильны. Это действенный способ экономить в начале реализации бизнес-проекта. Управлять делом в одиночку практически невозможно. Не хватает знаний, опыта, да и просто времени. Вместо юридических и денежных сложностей, с которыми связан процесс найма реальной команды, вы можете воспользоваться услугами фрилансеров. На сайте weblancer.net во вкладке «Фрилансеры» вы найдете 500-страничный список специалистов в самых разных областях. Здесь вы найдете все – от администрирования до архитектуры и бухгалтерии. В профиле каждого фрилансера вы можете посмотреть его рейтинг, портфолио и почитать отзывы предыдущих работодателей. Благодаря высокой конкуренции стоимость услуг фрилансеров действительно сравнительно невелика. Учет финансов и ведение бухгалтерии на начальных этапах развития бизнеса тоже можно доверить онлайн-инструменту. К примеру, сервису finobox.ru. После регистрации вам предоставляется возможность бесплатного доступа к самым нужным и простым финансовым инструментам. Созданию списка расходов и доходов, учета активов, составления графиков. Во вкладке «Магазин приложений» вы найдете дополнительные инструменты, многие из которых доступны бесплатно. Построение диаграмм, графиков, выписки в формате PDF. Еще больше бесплатных онлайн-сервисов в помощь стартаперам и начинающим бизнесменам вы найдете на нашем сайте matrixdefisei.tv. А если у вас есть вопросы, комментарии или дополнения, присылайте их нам на почту matrix@internews.kz.